Вот кто мне потом расскажет? Кто мне потом расскажет, что на джерке ловится исключительно большая щука, тому покажите, пожалуйста, вот это видео. Рыбаки всегда боялись больших приманок. А щука почему-то нет. Саумослайдер 10 сантиметров. Щука грамм, ну, 200 это край. У нее повреждена морда. Приманка все-таки большая. Выживет она, может быть, еще недолго, но в любом случае это основной корм для более крупной рыбы. Поэтому плыви назад. Оп.